Сегодня я хочу поговорить о наших друзьях. О тех друзьях, которые работают вместе с нами долгие годы, не предавая и не подводя в трудную минуту. Я понимаю, что все это звучит чересчур пафосно, но я говорю то, что чувствую. Эти друзья – наши инструменты. У каждого мастера, я уверен, есть любимчики, с которыми он не расстанется ни за какие деньги. И здесь не имеет значения, какой производитель выпустил тот или иной инструмент. Значение имеют только годы, прожитые вместе, и те изделия, которые были сделаны с помощью тех инструментов. Мой рассказ об обычном шуруповерте, который я купил, наверное, уже лет 15 назад. Это инструмент, как говорится, общего пользования, и, соответственно, использовали его все, кто хотел. Его разбивали практически на мелкие части, потом стягивали хомутами. В общем, досталось ему очень и очень много в этой жизни. Изготовлен он был, насколько я понял, в Голландии. Попутно совет. Если у вас нет длинного хомута, можно соединить несколько коротких и набрать нужную длину. Как видите, даже резина на рукоятке протерлась насквозь. Крепление аккумулятора производится при помощи кожаного ремешка. Скорее всего, из собачьего ошейника. Аккумулятор приходится использовать от Makita, потому что родной хоть и работает, но не очень долго держит заряд. Полярность подключения у этих аккумуляторов разная, потому и приходится использовать кожаный ремешок. Получается довольно надежное крепление. Вот такой неубиваемый шурик. На тот момент, когда я решил купить этот шуруповерт, у меня уже были и Makita, и профессиональные Bosch. Какой же железобетонный аргумент придумали маркетологи Skill для того, чтобы я решился на покупку этого шуруповерта? Вот он во всей своей красе. Вместе с инструментом в комплекте продавался вот такой электроуправляемый автомобильчик. Питание к нему осуществляется аккумуляторной батареей шуруповерта. Для дистанционного управления прилагается пульт. Три поколения столяров нашей семьи пользуются таким классным инструментом, который позволяет зарабатывать деньги и делать это с удовольствием.
Но прогресс не стоит на месте, и было бы грех не вооружить машинку новыми возможностями. Мы с Илюшей вооружили машинку экшн-камерой и предлагаем вам посмотреть, что из этого получилось. Кому понравилось, ставьте лайк. Если не трудно, поделитесь в соцсетях. Кто не подписан, подписывайтесь. Надеюсь, что будет еще много интересного на моем канале. До свидания.